Культпоход. В Кирове 12 часов, сегодня пятница, это действительно программа «Культпоход». Гульнара Гарипова. Добрый день, и Анна Лапшина. Всем здравствуйте. Мы сегодня такой необычный культпоход делаем. Много гостей в нашей студии, пока из них только двое, еще двоих мы ждем. Тех, кто здесь, представляем. Роман Веселков. Привет. Гаине Погосян. Привет. Привет, да. То есть у нас сегодня группа Кудри, да, у нас сегодня действительно, Аня сказала, не совсем обычный формат, то есть обычно у нас эфиры посвящены какому-то событию, тут у нас событием стало появление такой группы в городе буквально последние месяцы, которая порвала все концертные площадки, все информационное пространство, и поэтому мы решили ребят к нам пригласить, познакомиться с ними, познакомиться с их... Ой, как это заменить слово творчество? Чем-то... А, музыка. Познакомиться с их музыкой, да, узнать вообще, что это за формат, что за жанр, и вот сейчас мы будем с ребятами по очереди знакомиться. Рома у нас такой уже пришел в амплуа аксакала, приходит, все рассказывает, всеми командует, поэтому, Рома, тебе первый вопрос. А что за группа, почему такое название? Почему когда... Кудри? Ну, Кудри можно догадаться, почему, глядя на вас красивых. Там еще дождь на улице, поэтому Кудри очень-очень явно заметны. Ну, Кудри — это вообще уникальный проект, потому что изначально вообще не было цели создавать такой проект. То есть было трио на кухне, вот в который как раз входит ГНЭ, Настя, которая скоро появится, еще есть Варя Войнолович, это дочь очень известных людей. Да-да, это мы в курсе, по обеим линиям. Да, это очень творческая интеллигенция, скажем так. И вот однажды я увидел в Инстаграме, как поет ГНЭ у себя в сторис, увидел, что она, во-первых, левша, я тоже левша, во-вторых, у нее действительно классный голос, такой у нее интересный диапазон. Плюс вот эти армянские нотки, ну, то есть это правда интересно. То есть особенно, когда мы делаем какие-то, точнее, они делают какие-то каверы, я только, скажем так, либо импресарио, либо подыгрываю на басу. Получается очень круто, то есть необычно, неожиданно. И вот это трио на кухне, благодаря тому, что я что-то зацепился, поиграл с ними на улице на перкуссии, потом вспомнил, что я все-таки басист, и я могу играть на басу. Потом я позвал друга пофоткать. Он сказал, что я хочу с вами играть на клавишах. Потом у нас появился барабанщик, которого встретил в кофейне. Вот он сейчас как раз, Коля, заходит. Потом пришел водитель, сказал, я хочу с вами еще на чем-нибудь. А Коля есть водитель. У нас, Кудри-мобиль. У нас, да, есть теперь Кудри-мобиль. Вообще нас 6 человек. Но у нас еще есть 7-й звукорежиссер. Кто он там? Музыкант еще, да, Матвей. Да. То есть мы таким становимся комьюнити. На самом деле это тоже ведь часть вот, действительно большого арт-проекта. Я говорю... Вот как раз Настя заходит, это арт-комьюнити «Ветер». И все мы часть одной большой семьи, в которую входит там больше 1000 человек. И группа «Кудри» просто это некий такой, ну, скажем, музыкальное ответвление, огромного количества ответвлений и направлений, о которых как раз сейчас расскажет Настя, которая прибежала мокрая после дождя. А вот Коля, хоть просто не все видят, естественно, Коля принес классный инструмент, на котором он сегодня сыграет, он называется кахон. По большому счету это ящик из-под картошки с дыркой, по которому будет барабанить. Ну, это, в смысле, так появился этот инструмент изначально. А, то есть это не ваше изобретение? Это бразильский инструмент, насколько я помню, и вот портовый рабочий били по этим ящикам руками, ногами, так вот оттуда произошел инструмент кахон, который мы активно используем на своих концертах. И да, мы порвали площадки города Кирова. Так и есть, мы их разорвали. Негде выступать. Ну что, давайте действительно дадим Насте, давайте представим сначала наших еще вновь подошедших гостей из группы Кудри. Это Настя Печенкина. Здравствуй, Настя. Привет. И Николай Толмачев с этим самым прекрасным инструментом. Здрасте, Николай. Добрый день. А расскажи, Настя, вот Рома-то предварительно нам предысторию создания группы уже рассказал, то есть у вас был свой какой-то, да, свое комьюнити, и вы приходили, ты, по-моему, тогда исполняла какие-то свои уже, да, сольные, да, композиции. Да, чисто сольные. Как изменилось исполнение с приходом Ромы и остальных участников, что поменялось в группе, теперь какое это направление и вообще что происходит? Расскажи, пожалуйста. Mm-hmm. Ну, я развивала сначала свой, чисто свой проект на Кука у меня был. Uh-huh. А потом мы с ГНЭ начали петь. ГНЭ вот сидит тоже рядом. И мы пели каверы, пока не писали музыку, и ребята потихоньку начали к нам подключаться. Поняли, что наша музыка собственная тоже звучит классно.
И вот мы встретились с Ромой однажды на концерте, он у нас увидел, и мы поняли, что хотим вместе взаимодействовать. В итоге теперь нас 6, так остальные наши прекрасные мужчины тоже к нам и добавились таким же образом. Просто нас увидели однажды и познакомились, и дальше стали создавать новые проекты. И песни, которые сейчас мы пишем с девчонками, наши остальные участники активно поддерживают, и аранжируем мы их все вместе. Поэтому это собственный наш совместный проект «Кудри». Круто. Николай, ну расскажите уже наконец про этот инструмент загадочный, какая у него предыстория, как быстро вы его освоили, или он всегда вообще был в вашем репертуаре, и как-то... А, потом мы, наверное, послушаем композицию, да, попросим сразу сыграть и послушаем, как звучит этот ящик из-под картофеля. Ну, Рома, конечно, его обрисовал очень фантасмагорично, ящик из-под картофеля. Это не ящик из-под картофеля, это музыкальный инструмент. Еще раз, как он называется? Называется он кахон. Кахон. Да, история создания такая, что где-то на корабле моряки, в общем, решили разнообразить, добавить немножко перкуссии свое веселье, и вот стучали по такому музыкальному инструменту. По сути, это имитация барабанной установки. Она здесь можно извлекать как низкие, так и высокие ноты, которые имитируют, соответственно, бас-бочку и рабочий барабан. А почему такой внешний вид у него необычный? То есть это такая коробка получается, да? Вполне какой-то геометричная фигура. Тут ничего необычного. Да? Да. А у него должны быть какие-то специальные размеры, чтобы акустика была соответствующая? Или вообще это произвольные какие-то материалы берутся? Ну, вы знаете, наши русские мастера... Они, адаптировали. Да, адаптировали, так скажем. Но в целом, конечно, у него есть определенная геометрия, без которой не получится извлечь того, так скажем, важного тембра, который необходим. Ну вот что касается как раз этого кахона, это кахон сделан здесь, в Кирове. То есть это кировские, как раз Коля правильно сказал, наши мастера, это кировские мастера, на нем написано «по голове себе постучи». Вот для тех, у кого все-таки не хватило там гугла, чтобы посмотреть, что такое кахон, описываю. Представьте себе огромный скворечник с огромной дырой под такую жирную сову. Вот он примерно так выглядит. Ну он не очень огромный, он такой примерно 50 сантиметров в высоту. И сантиметров по 30 примерно по длине, ширине. Такой вот параллелепипед. Ну, сова должна быть очень жирная для такого ящичка. И музыкальная. Упитанная. Но у нее просто 4-комнатная квартира там внутри, а так или она маленькая. Или 4 совенка, или 6, как в группе. Но вот внутри там еще натянуты, Коля, расскажи, там струны вот это вот. Да, там есть немного металлических струн, которые дают небольшой звон такой, или песочный оттенок, чтобы как раз вот была имитация рабочего барабана. На самом деле кахон — это достаточно универсальный инструмент, и его можно интегрировать вообще в перкуссионную систему. И помимо рук есть еще и ноги. Вот, и можно использовать обычный хай-хэт. Что, простите? Можно использовать хай-хэт. Это такой элемент барабанной установки, который представляет из себя стойку с двумя тарелками металлическими. Ага. Они делают так. Тарелочки. По сути, да. Вот, то есть, и можно играть левой ногой на хэте, извлекать нижний, то есть бас-бочку при помощи правой ноги. Педали, но у нас ее, к сожалению, пока нету. И есть еще правая рука, которой также можно играть по различным тарелкам или по бонгам. Бонги — это тоже музыкальный инструмент. Надеюсь, все понимают этот. Какие-то снобы, да? Что Веселков с утра пришел? Не все понимают. Так вот, бонги, кахон и хэт. Это, в принципе, вот такая получается перкуссионная кухня. Если ей правильно пользоваться, можно получать классный ритм и классную аранжировку вот с точки зрения там каких-то барабанных историй. Ладно, ребята, хватит болтать, давайте послушаем музыку. Давайте покажем. Да, ну, как покажем, у нас нет, к сожалению, дадим возможность трансляции, послушать, как да, это звучит. Поэтому мы послушаем. Можно снимать, если что, на телефончик, пока ребята играют. Ну вот сейчас я расскажу, что происходит. У нас сегодня с собой только одна гитара. Вообще у нас есть еще укулеле, у нас еще клавиши, у нас есть губная гармошка и мелодика. У нас много микрофон, инструментов. Да. Но сегодня мы обойдемся лучше одной гитарой, которая как раз держит ГНН. И держит она правую руку и гитару на левую сторону. То есть она играет как Джимми Хендрикс. То есть у нее струны наоборот. Это серьезно. Я тоже левша, я так играл когда-то, но я в итоге все равно вернулся к левостороннему строю. То есть получается и струны задом наперед. У нее сейчас, да, струны задом наперед. И вообще, ну, такой взбалмошный человек. Чего тут не ждать? Сейчас она споет песню своего сочинения, правильно?
Ну давай, мочи. Называется она... Досчитал. А, досчитал до ста. Ты говори в микрофон, а то Рома, ты оккупировал все средства. Я досчитала до ста, не поверила, но это игра. И включила любимый плейлист по дороге в наушниках мысль. И я ушла, не забудь сказать мне пока, не забудь сказать мне прощай. И, конечно же, что не жаль меня, не жаль. Так хотела вернуться домой и почувствовать себя живой, но так сложно найти свой путь. Не подумай, не хочу вернуть. И я ушла, не забудь сказать мне пока, не забудь сказать мне прощай. И, конечно же, что не жаль меня, не жаль. Считала до ста. Вау, супер, спасибо огромное, мне очень понравилось. А, девчонка, расскажите, тексты ваши, да, кто пишет музыку, кто, или вы совместно что-то сидите, сочиняете, откуда это? Мы все по отдельности пишем тексты и мелодии сами сочиняем. Мы пробовали совместно писать как раз с Варей, которой нету. И у нас получилась прекрасная песня Насти на день рождения. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь её услышит. Это подарок, да? Да, вместо хорошего подарка мы решили сочинить песню. Это был прекрасный подарок. Я думаю, что он намного ценнее, чем все остальные. Здорово. Да, и мы пытаемся писать вместе. Я думаю, что это новый наш этап, потому что это как раз единая синергия. Я думаю, что если мы все вместе однажды сядем, не будем никуда торопиться, то мы создадим что-то реально клевое, все вшестером. А как-то есть разделение? Ну, что-то сначала стихи рождаются, потом на музыку накладываются, или это параллельный процесс? У всех по-разному. Вот у меня, да, я первоначально писала стихи, сейчас тоже продолжаю стихами, а потом мелодию накладываю. И наверх уже музыку. У меня как это два отдельных пласта получается. А у девчонок наоборот, они совместно создают, да, Гайна? Сначала мелодия рождается, потом что-то в голове. У меня там какие-то слова появляются, и все. И так накладывается. Старпёрский вопрос. Ну, а вообще, как вы в музыку пришли? У вас какое-то там образование есть или сами научились? Ну, вот про Рому все понятно. Мы с ним много лет назад разговаривали про музыкальную школу, про важность именно ансамбля, ансамблевости, когда Рома ходил. Куда ты ходил? Как это назывался? Как это было? Я учился в первом музыкальной, и там был оркестр. Я играл в оркестре русских народных музыкальных инструментов. На каком инструменте? Я был балалаечник, я был в ритм-секции, и когда я уже закончил школу... Я, кстати, забыл про это, мне мама недавно вспомнила, что, оказывается, меня попросили в оркестр еще после музыкалки остаться.
То есть им, видимо, либо нужен был шоумен, что я левша. Представляете, там 50 человек все в одну сторону смотрят грифами, и я сбоку такой тинь, аппендикс. Вот. И, кстати, тогда вот в оркестре на аккордеоне или баяне, там, и то, и другое, может, Миша играл из эльтанга. То есть мы, оказывается, с ним учились вместе. Вот. Либо просто действительно в те годы был лучшим ритм-музыкантом, чем сейчас. Но, тем не менее, да, я с тех пор уверен, что только ансамбль, только коллектив могут рожать что-то хорошее. Как мы соберемся в какой-нибудь семейной компании, мы с Ромой всегда про ансамбль, про коллектив начинаем разговаривать. А как у вас вот с этой ансамблевостью? Что вообще происходит? Ну, я училась в 5 лет в музыкальной школе, поэтому у меня тоже и ансамблевость, и оркестры, и все дуэты, и трио, все было. Поэтому ты же преподаешь еще сейчас, да? Сейчас, да. Я уже заканчиваю колледж в этом году, слава богу. И остается преподавать. Очень нравится гитара, укулеле, фортепиано. Да, приходите. Гайне? Я отходила 7 лет в музыкальную школу, играла там на фортепиано. Тоже в первую? Нет, в четвертую. И я получила красный диплом, он мне вообще не пригодился нигде, никогда. И после окончания музыкалки я поняла, что я хочу продолжать заниматься музыкой, но на фортепиано мне уже скучно играть и не хочется. И я взяла гитару в руки и начала записывать каверы в социальные сети просто. И как-то все поехала, так вот закрутилась, и все. До сих пор занимаюсь этим. Как вы сами думаете, вот этот вот действительно феномен того, что вы порвали вдруг кировскую сцену, почему вот такая дикая популярность, почему такой огромный интерес, с чем это связано? Это вот тот... Это к Николаю вопрос сработал. Николаю вопрос? Да. Да. Я думаю, что здесь вопрос в том, что у девчонок очень много правильной и светлой энергии. Она сейчас необходима. Да, она просто реально необходима. И в песнях есть, не знаю, что-то, душа, сердце. И хочется слушать, даже если ты их не знаешь. И это, наверное, главный такой аспект, который, в общем, и... Рома поднимает руку. Да, Ром. Мы сегодня микрофоны просто передаем из рук в руки. У нас вообще классная эта хореография. Я же каждый раз переживаю за каждый концерт. Как-то не знаю, почему. Я вообще просто, видимо, нездоров в этом плане, нервно долечить. Но я переживаю. И я смотрю, что за люди пришли. И я понимаю, что, скажем так, например, очень часто мы вот сейчас даем концерты в Двенашке. Это место больше такое, джазовое. Книжный клуб 12, да? Если условно так сказать. Да, Двенашка — это такое джазовое место. А мы все-таки даем какой-то такой фолк, помноженный на какой-то стрит-арт. Плюс, я не знаю, там, немного... у нас такой микс пока, мы еще не определились со стилем. И не надо, мне кажется, чем их больше, чем разнообразнее, тем интереснее. В конце каждого концерта я все равно натыкаюсь на каких-то людей, и они мне дают какую-то обратную связь. Я понял, что действительно есть уже постоянщики, которые приходят именно за какой-то... За атмосферой? За релаксацией. Вот был не этот концерт, а предыдущий книжный клуб 12. И там сидели люди, и я видел, как они в каком-то трансе находились, прям кайфовали именно от того, что вот идет какой-то обмен энергией. Когда вот раньше там смотришь интервью, музыканты тебе рассказывают про обмен энергией, ты думаешь, это какое-то общее, какое-то понятие. Ну, тут прям люди приходят, и как вот в сауну, я не знаю, как на какие-то процедуры приходят, вот прям кайфуют, им хорошо. Такая медитация, какие-то там волны же мы тоже излучаем, и они нам в обратно что-то кидают, да. То есть мы, в общем-то, сейчас можем, это мое мнение, сейчас можно сказать, что если вы хотите вот действительно как-то переключиться, отдохнуть, то приходите на концерт Кудрей, и вы... Причем, неважно, где это будет, на улице, на Спаске, девчонки часто выступают, коли их поддерживает, я только в прошлом году, правда, играл. Или вот где-то в клубе, или на разных же площадках. О будущих концертах мы расскажем чуть позже. То есть в разных форматах мы классно заходим, так или иначе. А вы как-то подбираете репертуар в зависимости от площадки? Смотрите. Зависит от аудитории. От аудитории. И от желания, да. Сейчас пошли корпоративы, мы очень благодарны людям, когда они нас зовут на такие штуки, свадьбы и даже. Понятно, что репертуар особый и больше каверов, но своя музыка тоже подходит, она универсальна, наша музыка универсальна, мне кажется. Мы, может быть, послушаем еще сейчас? Давайте послушаем. Да? Сейчас, Настя, будешь петь, ты? Класс. Рома у нас как настоящий звукооператор помогает с микрофонами. Тогда помоги даже, Настя, пожалуйста. Что мы сейчас послушаем, Настя?
мы послушаем тоже одну из наших первых песен, которые уже можно послушать в соцсетях. И уже есть личная карточка Кудрей, мы можем открыть альбом в «Диком отпуске», и там найдем эти песни. А подожди, ага. Карточка, альбом, ну, то есть уже лично... есть уже целый альбом у вас, да? Альбом EP, да, то есть там 4 песенки в акустическом формате. Круто. Ну что, слушаем. Голосом улиц пою о том, как люди вокруг создают дом. Голосом улиц пою о том, как люди вокруг создают дом. Во мне горит огонь желания, он хочет съедать. Во мне молчит сознанье, оно хочет летать. И я твержу себе, послушай свой голос изнутри. Не торопись, узнай получше, что хочешь ты. Голосом улиц пою о том, как люди вокруг создают дом. Вперед, то топталась на месте вместе со мной. Повернулась наоборот, жизнь стала свободной игрой. Гитара в руках, взгляд в облаках, здесь хорошо. Маленький человек со свободной душой. Отлично, спасибо огромное. Действительно, какой-то арт-терапевтический эффект. Все смешные слова, которые Рома сейчас произносил про магию, про энергию, она, правда, чувствуется. Я не знаю, может быть, даже, я не могу понять, либо за счет музыки, либо за счет вот этих вот коммуникаций, которые между ребятами происходят. Если... Мне кажется, еще за счет тембра. Возможно, да. Голос. Ну, я не знаю, вот у нас, к сожалению, нет трансляции, но было очень заметно, как ребята прямо передают, перекидывают друг другу звук, помогают с инструментами, и все это, мне кажется, действует. Вот эта хореография не менее какой-то магический эффект имеет, чем само звучание, сами голоса. Отлично. Так, мы хотели еще рассказать про предстоящие концерты, да? Где вас можно услышать? Где вот все наши радиослушатели, которые сегодня тоже энергией? На каких площадках вас искать? Да, и когда? Где, и когда? И возрастное ограничение. О. Я, кстати, про Спасскую хотела спросить. На Спасской уличные концерты. Это вот на той части Спасской, где машина, вот эта вот пешеходная часть, улица. Да? Да, напротив театра на Спасской. Там вот. Будет концерт? Это свободные какие-то концерты бывают? То есть это... Ну, вообще, вот прошлое лето, ага. Настя, там, ГНЭ, Варя, ну, то есть вот это арт-комьюнити «Ветер», они постоянно там устраивали различные
ярмарки, какие-то мастер-классы, и в том числе такие мини-музыкальные фестивали. В том числе девчонки просто вот, ну, захотели, у них есть настроение, и поставили там комбик, гитару, и 2-3 часа могут спокойно петь. Я, кстати, сам вот в прошлом летом также с удовольствием подходил на это посмотреть, послушать. Я вас уверяю, там за 3 часа собирается там 100-200 человек, и все люди счастливые, потому что у нас нет этой уличной музыки. Да, я имею в виду, что у нас есть там где-то в переходах мы не видим там, этого, да. Кто-то Цоя, кто-то еще что. Нет, я не против Цоя, я имею в виду, что это немножко, это не просто типа постоять, попеть на углу. Это действительно, то есть то творчество, которое объединяет людей. И люди, которые идут мимо, они остаются, они очень благодарны, они улыбаются, люди друг с другом начинают разговаривать. Я видел, как, ну, я сам там познакомился тоже. Мне кажется, играть в переходах — это вообще очень такая странная мысль, потому что это такая турбулентная лиминальная зона, от которой хочется сбежать поскорее. Сейчас да, нас а не то, чтобы эксперт, остановиться. Сейчас нас эксперт по переходам ГНР расскажет, что такое петь в Москве и Питере. Ой-ой, в метро или в переходах, да? Нет, на улице. На улице. Нет, на улице это другая вот именно атмосфера, когда ты представляешь Спасскую, когда ты представляешь летний там теплый солнечный день, это и ты прогуливаешься. Это Киров, а в Москве все по улицам бегут куда-то. Смотря по каким улицам. Нет, на самом деле в Москве и в Питере все останавливаются люди, когда ты поешь, просто стоишь и подпевают, танцуют. Это очень заряжает прямо. И на самом деле там музыкальная такая мафия в Москве и Питере, и нужно прямо писать человеку определенному, он тебя распределит, на место поставит. Это не мафия, это мэрия Москвы придумала проект «Поющая Москва». Одно и так, или «Играющая Москва», как-то так это называется. У меня есть знакомые, у кого площадка расположена под окнами их жилого дома, они устали бороться с этим. Да, вот нас вот так же выгоняли. И говорили, мы устали. Мне понравилась «Мафия» и «Мэрия», да, вот это сочетание. Я просто вчера буквально начала читать книжку «Государство» Волкова, и там первое вступление блаженного Августина, то есть он писал где-то в 3-4 веке до нашей веры, до нашей эры, и там государство... Ну, в общем, одно и то же, да. Да, там государство определяется как раз через шайку пиратов, то есть через банду. Я так смотрю, нормально, в 3 веке все уже все знали. Ну что ж, давайте мы сейчас, наверное, расскажем действительно про предстоящие концерты, где они будут, на Спасской. Я видела, что на пляже у вас, да, в ближайшее время. На пляже? Да. На пляже? Да. Я так с опаской смотрю на улицу. Титаник. Ждем открытия Титаника. Мы верим, что 1 июня все-таки там вода спадет. Я давно не видала, не смотрела, но организаторы... И потеплеет. Мероприятия. Да, они планируют, что все получится, и Титаник открывается. Будет проходить перформанс «Арт Неба» от ивент-агентства. Мы ветром помогаем, их поддерживаем. И также кудрями тоже поддерживаем. Будем там петь. Будет сцена сделана и классный звук. Это будет 1 июня с 6 до 8. Это вечером получается, да? Это же среда у нас. Это среда, 1 июня, День защиты детей, да, и мы будем запускать змеев. Главная цель — воздушных змеев запустить. Также от ветра там будут мастер-классы по мандалам, по оригами. Вот дочка Рома будет нам активно помогать. И будем делать воздушных змеев даже из бумаги. И возрастное ограничение всего этого? Никакого нет ограничения. 0+. Отлично. Любой человек может прийти и принять участие во всем. Вот это просто ближайшее получается событие, причем в таком необычном формате. Mm-hmm. Мне кажется, я не знаю, делали подобные в Кирове когда-нибудь или нет? Я думаю, да. Ну, всё слушай, циклично. Я за последние не открытие пляжа, но... с запуском воздушных змеев, я вот не помню. Вот такого. Это да, и в этом есть некая свежесть, хотя этот пляж истоптан разными организаторами, продюсерами. Я не знаю, там вот какая-то рядом площадка для свадеб и трэша и угара. Я там в прошлый раз случайно был на одном мероприятии, просто все в таком грустном, печальном виде. Я надеюсь, что это лето... Вот при правильном начале, при правильной организации, пляж все-таки как-то, ну, придет что-то более-менее благопристойное. Потому что, ну, и опять же, да, это аура Титаника такова себя. Также 1 июня это будет начало нашего фестиваля. Тоже оно не только ветра, а совместное с сообществами другими. «Природа в городе» фестиваль. И мы будем на протяжении 5 дней с 1 по 5 июня проводить на разных площадках, в скверах, в парках мероприятия, связанные с природой, естественно, и все на природе. Поэтому 1 июня — это начало. Дальше могу, в принципе, потом рассказать тоже программу. Но 5 июня кудри снова выступают на набережной. Все уже согласовано, все точно состоится. На набережной с какой стороны? Амфитеатр. Ага. Да, там будет у нас большая ярмарка. Коля будет там с своим новым проектом. Может быть, об этом Коля тоже расскажет. Ну, он пока еще в разработке, но надеюсь, что все получится. Это проект стритфуда. Да. Уличная еда. Да, но это такая правильная уличная еда. Музыкальная. Верно, да. Для души, для тела.
В общем, проект «Кофе и еда», в общем, в таком формате, он будет практически на, ну, практически вегетарианский. Я сейчас как раз задумываю меню, чтобы оно было понятное и вкусное, интересное. То есть с той же правильной энергетикой группы Кудри, да, со всей чтобы, этой чтобы, арт-терапией. Да, не взять лишнего и не, ну, в общем, как бы, чтобы попасть в середину, постараться. Отлично. Так, нам, наверное, на рекламу пора. Да, мы сейчас убежим на рекламу, вернемся, продолжим, а потом будем разыгрывать призы. Культпоход. Да, все верно. В эфире снова программа «Культпоход». С нами Анна Лапшина, Гульнара Гарипова и группа «Кудри». Отлично, я знала, что вы это сделаете. Группа «Кудри», перечисляю просто, Гаэнэ Погосян, Роман Веселков, Настя Печенкина, Николай Толмачев сегодня у нас в студии. И, кстати, и нас мы... можно склонять по-разному. Мы либо «Кудри», либо «Кудри», потому кудри. Что это может быть и глагол. А, кудри. Действия, да, по повелительном наклонении. Покудрим, да. Перекудрим, мы да. Сегодня кудрим. Класс. Ну что, зачитаем список призов сначала, да, наверное? Подождите, а мы событиями, с анонсами событиями, не да, закончили. Мы не закончили, ведь еще какие-то будут, кроме 5 июня будет что-то. 12-го-то вы же тоже наверняка что-то будете делать. Планируем, пока точно неизвестно, но да, 12 июня, скорее всего, мы поем в Аполло на Дне города. Uh-huh. Это еще под вопросом, но мы решаем, да. Можно следить за нашими новостями в наших группах ВКонтакте, в Инстаграме, мы активно их ведем. Инстаграм, я напоминаю, запрещен на территории Российской Федерации. А мы сейчас должны что-то сказать. Да, типа плашечка такая. Плашечка должна быть, конечно. Ну, я просто уже не сижу, поэтому говорю, что вот заходите. Ты не сидишь, в смысле? Ну все уже, не использую, это запрещен на территории России. Подожди, а 25-го и 26-го еще? Да, 25-го, Рома, июня. 25 июня на что, День молодежи? А 24-го, по-моему, день. Ну, короче, мне сказали вчера... Нет, наконец июня. Я встречался с организаторами. И еще же будет галерея прогресса проводить мероприятие в Аполло. 25-го, 26-го мы точно тоже где-то будем играть. В общем, следите за анонсами. А в клубе 12, я думаю, что все вот эти все концерты, которые под крышей, да, их, наверное, можно найти в вашей группе. Да. Ну или, собственно... У них. У них, да. У них в анонсах. Замерзнете как-нибудь, мимо проходите, да, зашли в двенашку, а там... Я думаю, можно специально сходить. Отлично. Так, ну мы, как всегда, разыгрываем пригласительный на любой фильм и сеанс кинотеатр «Дружба». Смену не разыгрываем сегодня. Нет, да. Пригласительный на Вятскую филармонию на концерт «На крыльях синей птицы» 1 июня 18:00. Ограничение 6+. И книги от магазина «Читая город». Книги от магазина «Читая город». Вирджиния Вулф «Своя комната». Потрясающая эссе о женской независимости и свободе. 12+. Лин Рина «Вселенная Анимант Крамп». Лондонские хроники. Романтичное дополнение к хроникам Анимант Крамп. 16+. Алекс Михаэлис «Девы». Завораживающий литературный триллер, сплетающий воедино греческую мифологию, психологию и убийство. 16+, на удивление. Мария Бурас, Максим Крангаус. «Тысяча лет и один день». Современная литературная сказка о приключениях Пети и Оси. И об ответах на вечные вопросы. 0+, возрастное ограничение. Напоминаю, что эти другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», торговый центр «Театро», торговый центр «Крым», торгово-развлекательный центр «Макси» на Луганской и ТРЦ-фестиваль на Волково. Кроме того, есть пригласительный в галерею «Прогресса» на выставку «Арт Вятка. Ограничение 6+.» И давайте мы и подумаем. И она идет, кстати, до 29 мая, если я верно помню. То есть вот фактически последние выходные дни можно сходить. Угу. Мы не сказали возрастное ограничение на 5 июня. Какое у вас? Тоже без ограничений? Без да? возрастных ограничений. И там где-то свободный вход, я правильно понимаю, а где-то могут быть платные концерты. Может, уличные мероприятия все свободные. Все свободные. Может, мы разыграем пригласительный на какой-нибудь ваш платный концерт? Есть такая возможность? Возможность на какой-нибудь предстоящий, будущий, да, просто человек, если правильно ответит на ваш вопрос, его внесут в список, скажем, какого-то кафе, и он мог бы попасть на Я думаю, концерт. Что мы сделаем проще. Если человек хочет пойти на концерт группы «Кудри», он плюс один, мы запишем его телефон, и с кем-то из участников группы просто его сконтачим, и там ребята сами договорятся уже. Ну что, так и поступим. Тогда первый вопрос. Кто задает? Я задам. Чьей и какой именно песней вдохновился Харуки Мураками при написании одного из своих бестселлеров? 211, 101,
Давно же это было, пока когда подсказки, мы читали подсказки Мураками, не будем, боже мой. Подсказки не будем давать. А это вообще гуглится, да, или это надо быть прям ценителем? Да, по-моему, это гуглится. Нет, мне кажется, это очень популярный, конечно, писатель. Другое дело, что это было очень давно. У девочек, наверное, было тогда еще совсем мало лет, когда он... Да нет, просто у Харуки Мураками, ну, цикличная, как сказать, база читателей. Его надо пройти вот в прекрасном 20-летнем возрасте. Даже, вот. Кажется, пораньше чуть-чуть. Ну да, действительно. Ну что ж, 211-101. Где наши знатоки? Я слышу, что есть звонки, но мы пока ждем, пока там у нас сложная цепочка пройдет. Звонок переведет на звукорежиссера, звукорежиссер переведет его к нам, человек даст нам правильный ответ. А, Ром, дай, пожалуйста, наушники, да, или кто-нибудь, Насте, чтобы она могла сказать правильный ответ или нет. Ну, на самом деле, Харуки Мураками последний раз читал, действительно, наверное, лет 20 назад. Да, у нас есть звонок. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Здрасте, как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Вот у нас вопрос, Настя. Еще раз продублируй, пожалуйста. Чьей и какой именно песней вдохновился Харуки Мураками при написании одного из своих бестселлеров? И? Ну, вот всемогущий Google подсказывает «Слушай песни ветра». «Слушай песни ветра»? У нас да, сейчас такое мы лицо. Тоже не знаем о такой песне. Но, может быть, просто... А ты можешь уточнить, какую, о какой книге речь идет? Так, «Изерпингол» 1973. Не, ну, короче, в общем, у нас какая-то другая версия есть. Если мы назовем название книги, будет все понятно. Будет, да, понятно. Короче, смотрите, Свет, у вас какой-то правильный Google, и он дает ответ о какой-то другой книжке Харуки Мураками, а Настя спрашивает вот не о той, о которой вы прочитали. Поэтому... Есть еще одна книжка. Да, ну, у него их вообще так 300. Вот. Но я думаю, что все равно за то, что человек постарался и погуглил, и дал классный ответ... Да подождите, давайте мы название книжки скажем, а человек, соответственно, ну да, сразу же угадает. Какое? Песню. Книжка «Норвежский лес». Ой, это вряд ли. Книжка на... А, подождите, да, я понял, о чем речь. Книжка называется «Норвежский лес». И я... Ну, по-английски как будет «Норвежский лес»? Бог мой, нет. Если вы скажете, возможно, я и... Блин, нет, Свет, мы вас честно тащили. Мне сейчас... Я просто знаю кучу битломанов, еще одна подсказка, которые сейчас рвут на себе последнюю одежду и говорят, да это же! Ну, давайте, последняя. Ну что-то Норвик? Нет, не совсем туда, не совсем туда. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Нет, не получилось. Ну ничего, зато получится у другого. Слушайте, ну, сейчас... Я просто упиваюсь тем, как Рома вошел в роль ведущего, вспомнил все. Я тут потому что сижу немножко изолированная от микрофонов и наушников. А ты вел какой? Ты культпоход уже вел? Эх, у меня был... Я с Голиком. Голый весел, это я помню. Потом здесь была программа «История создания», я краеведческие эти байки рассказывал. А, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Дождливый. Но солнечный хочу день, конечно. Конечно, будет. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Игорь, ваш ответ? Я из города Кирова. Ага. Очень приятно. Отлично. Сколько вам лет? Сколько? А сколько дадите? Нисколько не дадим. Скажите правильный ответ. Я вам скажу. Есть такая песня? Есть такая песня, но это неправильный ответ. И это группа Битлз. Песня Битлз. Да, Игорь, смотрите, вы неправильно поняли нашу подсказку. Хотя мы уже разложили все. Сейчас давайте дадим еще кому-нибудь. Игорь, шанс. Спасибо за звонок. Вы ответили не совсем туда, но вы прям помогли другому человеку, третьему участнику. Это должно утешить Игоря, да? Харуки Мураками написал книгу «Норвежский лес», вдохновившись какой-то песней. И очевидно, что это песня группы Битлз. Но если вы обладаете хоть какими-то знаниями английского языка, вы даже, может быть, не зная эту песню, просто переведите и скажите, как это звучит, и все, и мы вам зачтем эту победу. Чё, какой у нас телефон? 211-101 у нас телефон. 211-101. Но я не знаю, есть ли среди наших слушателей битломаны. В смысле? Ну, а вдруг их нет? Битломаны есть 60 Везде. Какого-то года, извините. Ну, неужели за там больше, чем, блин, сколько лет нас? 70 лет уже практически не нашлось ни одного битломана. Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Андрей, вы знаете правильный ответ? Да, думаю, знаю. Ну, говорите. Ну, Norwegian Wood, норвежское дерево. Мы аплодируем. Norwegian Wood. Спасибо, наконец-то. Спасибо большое. И что у нас получает Андрей? Какой приз хочет Андрей? А, да. Давайте триллер. Книга. Да. Какую? Триллер.
Триллер. Да. Что там было? Что-то было. Триллер это Алекс Михаэлис Девы. Ага. Да, да. Ну что ж, книжка ваша. Спасибо вам за правильный ответ. Поздравляем, звоните еще. Всего доброго. Следующий вопрос, друзья. ГН. В какой стране создали первое фортепиано? Ух ты. Слушайте, ну это уж прям совсем легко гуглится, да? Мы сегодня добрые такие, у нас вопросы. Ну, не знаю, не знаю. Нет, мне кажется, а тоже с подвохом мне кажется, вопрос, может быть, там неоднозначно. Такое ощущение, что мы задаем вопросы Гуглу, а не людям. Алиса? Слушай, когда мы все уже практически делегировали Гуглу и всему прочему, мне кажется, это трудно уже разделить, людям мы задаем или технологиям. 201. Мы просто ждем выпускников или студентов колледжа музыкального искусства, потому что вот я 100% знаю. Да? Да. Они сейчас на лекциях, наверное. Не, или спят уже еще. Да, у вас каникулы, да? Экзамены. А, экзамены уже. Ну, тем более готовиться к экзаменам. Нечего тут развлекательные программы слушать. И билет выигрывать на развлекательные мероприятия. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег, ваш ответ? Ну, предположу, что в Германии. Нет, это неправильно. Ух ты. Давай, Гене, дадим вторую попытку, хорошо? Хорошо, попробуй. Фортепиано, ничего не говорит пиано. Уже, мне кажется, уже больше не говорит. В Италии тогда. Ой, правильно. Ну что ж, со второй попытки вы отгадали, вы большой молодец. Какой приз вы хотите? Книжечку какую-нибудь, но не слышал, какие там книги остались. Мы перечислим, Аня? А, ты же без наушников, боже мой. Да, конечно. Какой вы нас забрали? У нас забрали Михаэлидеса Девы. Так, у нас еще осталась Вирджиния Вульф, «Своя комната», Лин Рина, романтическое дополнение к хроникам «Анимал Крамп», да, и Мария Бурас, Максим Крангаус, «Тысяча лет и один день». Какая книжка вам больше нравится? Вот последняя, если можно. Последняя, да? Отлично. Она за вами, поздравляем, спасибо за правильный ответ. Звоните еще. Так, скажите, пожалуйста, а сколько у нас еще времени осталось? Сколько мы зададим еще вопросов? Успеем? Мы можем задать еще три минуты. Очень быстро, короткий вопрос. Николай. От Николая. Давайте я задам. В фильме «Асса» прозвучали слова «Он Бог, от Него сияние исходит». Про кого была эта фраза? Прекрасный вопрос. 211-101. Любители, знатоки. Фильма «Асса», ну, да, поклонники Цоя. Даже, мне кажется, я вообще никогда в жизни, не смотрев «Ассу», можно узнать, о ком эта фраза, даже если не смотрел «Ассу». Ну, вообще, очень сложно предположить, что если человек знает, о ком эта фраза, он не смотрел «Ассу». Да? Да? Не знаю. Мне сложно представить. Что можно не смотреть «Ассу» и не знать, о ком эта фраза? Что можно не смотреть «Ассу». Как так? Ну как? Ну, вот так. Добрый день. Как вас зовут? Александр. Александр, слушаем ваш ответ. Я думаю, речь идет о Борисе Борисовиче Григоренкове. И это правильный ответ. Как много ликования в последнем вопросе. Какой приз вы хотите? Осталось кино, смена. Кино «Дружба» только, не смена. К сожалению, у нас в смену нет сейчас пригласительных, а «Дружба» за вами. Все, ну, поздравляем вас. Спасибо. Дорогой звукооператор, подскажи, пожалуйста, сколько у нас осталось до конца эфира? Я думаю, что нам пора уже. Полторы минуты. Да, мы, наверное, не успеем задать больше вопросов. Мы, наверное, сейчас поблагодарим ребят за то, что они пришли сегодня, за то, что вообще... А мы успеем как-то в финале так немножечко что-то сыграть или нет? А ну, классно, давайте да. закончим давайте на закончим музыке. Давайте закончим на музыке. Напоследок, вот минутку. Группа на Кудри. Что-то группа коротенькое. Кудри. Отлично. Можно с припева начать. Ну тут просто пусть нас звукорежиссер уведет фейт, а мы будем петь до последнего и прощаться таким образом. Светлую песню пой, радостный слушай бой сердец, ты пой. Светлую песню пой, радостный слушай бой сердец, ты пой, солнце всегда с тобой, ты пой, солнце всегда с тобой. Вы сыграли только последний припев песни, я думаю, вы что хотите. Я думаю, этого достаточно.
Ну тогда, в общем-то, что, группа Кудри рекомендует вас, вам приходить к нам на разные площадки. Июнь обещает быть очень плотным, и мы всегда рады видеть абсолютно разных людей, особенно тех, кто активно потом присоединяется к нашим тусовкам. Нам всегда нужны помощники, нам всегда нужны музыканты, художники, дизайнеры, продюсеры, люди с баблом. Минутка рекламы от Романа Веселкова. Спасибо вам огромное, друзья, удачи, успехов. Культ-поход.